Всем привет, меня зовут Юля, добро пожаловать на мой канал. Сегодня получила втирочки, еще две суперские, вот у меня две были, и еще пришли две. Они мне очень понравились, поэтому заказала еще. И сегодня я вотру все четыре для тех, кто не видел. Заказала вот такие, сейчас все опробуем. Так, вот я открыла. Наполняемость у них просто шикарная. По полбанки везде, и в тех, и в этих. Вообще супер. Втирать будем на топ от GD Coco без липкого слоя. Если кому-то интересно, в какие топы втираются втирки, я оставлю ссылочку под видео. Посмотрите, если кто не видел. Там я много тестировала топов с Алиэкспресса. В некоторые не втирается, в некоторые втирается идеально. Вот GD Coco, он очень себя хорошо ведет. Сушила топ 30 секунд. Проверим. Начнем, кстати, со старых двух. Ну, это как майский жук прям. Втирается просто идеально. Смотрите, какой перелив. Это просто что-то с чем-то. Напоминаю, что для любых втирок нужна идеально ровная поверхность, иначе все у вас неровности будет видно. Втирка это только подчеркнет. Ну, вообще просто бомба. Так, а теперь попробуем новенькие. Это просто красотища. Обожаю фиолетовый цвет. А тут он синий, фиолетовый. И смотрите, как желтый какой-то уходит. В зеленый. Вообще. Тут можно залипать и залипать на этом переливе. Ну и остался у нас четвертый. Думаю, он тоже будет не менее обалденным, чем те. Так, дальше стряхиваем пылючку всю. Бафиком проходимся по торцам и боковушкам. И заливаем топом, потом базой, потом топом. Можно сразу базой и топом, чтобы была жесткость и чтобы у нас все держалось. Так, вот я для сравнения нашла мой старый майский жук. Он прозрачный, а не вот такой вот зеленый порошок. И хочу вам показать разницу в переливе. Вот вы посмотрите, он как будто двухцветный, а этот трехцветный. То есть нет вот этого вот эффекта сбоку. Это будет очень хорошо заметно, когда вы будете на ногтях их носить, потому что с разного угла видится разный цвет. Поэтому вот такая огромная разница будет у вас на ногтях. Поэтому вот это самая суперская втирка. Вот такая красотища у меня теперь появилась. Вы посмотрите на эту нереально просто красивую втирку. Я бы заказала все, конечно, расцветки, но там очень много есть почти повторяющихся. И выбрала самые нормальные, на мой взгляд. Вам, может, могут понравиться другие номера. Я подпишу в описании, какие номера у меня и какие цвета им соответствуют. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем пока!